Нам нужно переезжать из Тампы в Джексонвилл. Нам нужен вот такой трак. И мы приехали посмотреть на него. Как же тут наши диваны влезут. И как вообще муж будет ехать на этой огромной машине, я вообще не представляю. Не, ну диваны влезут, смотри. Главное, что как ты ее вести будешь, ты же никогда не возил такие машины, а ехать 5 часов. Ехать вот такую, а парковаться? Снова развели мосты. Как мы переезжали. Все, что находится в этом огромном гараже, нам нужно каким-то образом запихнуть маленькую эту машинку. Она кажется не маленькой, но это все нужно туда поставить. Прикол в том, сверху над водительским сиденьем немножко места. Здесь вот в маленьком кусочке над водительским сиденьем, там целая квартира. Туда мы положили бокс-спринги, стол, кровать, шкаф, постельное белье и обувь. Потому что я в детстве умела в тетрис играть.